позвонили в службу 112. Разговор записывается. Ждите ответа оператора. Ждите ответа оператора. Служба 112-3505, слушаю вас, алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Моя фамилия Жилин Сергей Анатольевич. Я нахожусь в городе Краснодар. Вот, я хотел бы повторно направить заявление, скажем так, которое вы там передаете по каналам связи, да. Вот. Дело в том, что вчера я обращался в вашу службу для того, чтобы зафиксировать и передать информацию в службу собственной безопасности Министерства внутренних дел России. Не Краснодарского края, а России. Вот. Мне сказали, что информация была передана в УВД города. Вот, с пометкой о том, что просит заявитель передать там в МВД России, службу собственной безопасности. Но, учитывая то, что прошли сутки и со мной никто не связался, я предполагаю, что эта информация, видимо, сотрудниками Министерства внутренних дел передана не была. Вот. Скажите, поэтому... а по какому адресу вы оставляли информацию, с каким адресом? Город Краснодар, улица Кореновская, 12. Это о бездействии сотрудников МВД, о фальсификации, подлоге, куча всего, да. Вы знаете, есть ваша заявочка, она передана. Заявочка есть, да, она передана, я понимаю, да, но учитывая то, что... никто не связывается, значит, я понимаю, что далее в Министерство внутренних дел России данная заявка передана не была. Сегодня я прошу еще раз вас ее продублировать. Если можно, скажите мне, пожалуйста, в чем суть ситуации? Расскажите мне, чтобы я могла это все записать и передать. Суть ситуации я рассказываю. Значит, более 2 лет. Я обращаюсь в Министерство внутренних дел по Прикубанскому округу. Также я обращался с этим вопросом в УВД города Краснодара, полковника Стапенко. Вот в Прикубанском округе это полковник Бондарев Иван Валерьевич. Вот. Также я обращался к генералу Андрееву по этому вопросу. Год назад по этому же вопросу я обращался в Министерство внутренних дел господину Колокольцеву. Вот. От господина Колокольцева я ответа вообще не получил. Вот. При повторном запросе я просил предоставить мне информацию на мое заявление. Мне пришел ответ из ГУВД Краснодарского края о том, что там что-то они рассматривают, что-то там нарушения какие-то устраняют. Но в конечном итоге ответ перешел из Прикубанского отдела полиции, то есть из того отдела полиции, на действия которых сотрудников я жалуюсь, что недопустимо по закону, то есть перенаправлять в те же структурные подразделения. Вот. То есть сотрудники МВД Краснодарского края разного уровня, округа, города, края, не рассматривают заявления. Правонарушения сотрудников МВД не пересекаются. Вот. Именно поэтому я уже прошу перенаправить мою информацию в службу собственной безопасности Министерства внутренних дел России. Вот. Вкратце. Значит, конфликт в том, что я, как официальный представитель, являюсь директором компании «Офис Бизнес», арендую гаражные боксы, нежилые помещения, по адресу Кореновская, 12. Данная территория, ключевой момент, является муниципальной землей. То есть договора аренды на данную землю у ГПК НК нет. Даже если бы у них был договор аренды, они не могли бы препятствовать мне проезду к арендуемым помещениям и пользованию ими. Но они в течение вот 2 лет... препятствуют мне работать. Я заезжать не мог, выезжать не мог, препятствовали моим поставщикам. Я понес серьезные финансовые убытки. Сотрудники же МВД пишут отписки, что в действиях сотрудников ГПК НК под председательством председателя ГПК Селиверстова нарушений они не усматривают. Вот. А сам, в общем-то, конфликт с председателем ГПК Селиверстовым произошел за счет того, что он, используя служебный ресурс и используя то, что у него имеется шлагбаум, незаконно установленный на этой территории, осуществлял контрольно-пропускной режим, вот, разрешал заехать, не разрешал, и он от меня вымогал деньги за то, чтобы я платил ему для заезда на территорию пользования арендуемым, официально арендуемым
нежилыми помещениями. Меня дважды проверяла налоговая инспекция, делали выездную проверку, вызывали меня в саму налоговую инспекцию, я предоставлял все документы. У налоговой службы города Краснодара ко мне, как к юридическому лицу, вопросов нет. Точка. Вот. В прошлом году, 1 марта, значит, по решению, то есть я сам добился, то есть год с лишним, я обращался в МВД и все, я обратился в администрацию города Краснодара с вопросом, что с этой землей, кому она принадлежит. И из управления земельных отношений получил ответ, что данный земельный участок является муниципальной собственностью. Принадлежит он муниципальному образованию город Краснодар. Никто не имеет права располагать там какие-либо шлагбаумы, устраивать там стоянки. Точки, правильно, поняла вас. Ничего, то есть никто это не имеет. Но сотрудники полиции Прикубанского округа покрывали, реально они вот покрывали это все безобразие. Вот. Значит, там устроена автостоянка для своих сотрудников приближенных, другим людям там, то есть не заезжать, не парковаться, ничего Сильверстов не позволял, деньги вымогал. Сотрудники это не расследовали. Значит, вот 1 марта при, значит, было вынесено решение администрации города Краснодара о демонтаже ворот автоматических и шлагбаума. Значит, силами МЧС 1 марта ворота автоматические были срезаны, демонтированы. А вот шлагбаум, который остался, была убрана только стрела, которая поднимается и опускается. Но сам механизм, который вот поднимает и опускает, демонтирован не был. За счет этого, через полгода, сотрудники ГПК АНК по выходным начали опять ставить стрелу и опять осуществлять контрольно-пропускной режим. Когда в понедельник я приезжал на работу, они быстро утром убирали эту стрелу съемную, и как бы все нормально. Ну, буквально там 2 или 3 недели назад я подъехал в выходной день по рабочим моментам, вот, и я обнаружил, что, оказывается, стрела работает, несмотря на то, что администрация города Краснодара вынесла такое решение, чтобы это было демонтировано. Сотрудники ГПК АНК во главе с Сильверстом забили болт на это решение. Вот, то есть, и вот эти вот все действия, которые сотрудники, также прокуратуры на это не реагируют, вот до сих пор, то есть нет никакой реакции, ни надзора, ничего на действия полицейских. Сами полицейские, получается, что Сильверстов вот на законные решения органов государственной власти положил хрен. Срать он хотел на вот эти решения, понимаете, это вот уже переходит на тот уровень, что дело даже не в шлагбауме, а дело в коррупционных вот этих схемах и составляющих, которые происходят. Именно поэтому я прошу перенаправить мое заявление в службу собственной безопасности Министерства внутренних дел России, не Краснодарского края. По Краснодарскому краю я уже ранее обращался в прошлом году, и результата нет никакого. Шлагбаум стоит, он работал. Буквально вот вчера я звонил, наконец-то мне нужно было 3 дня звонить, чтобы вчера приехал участковый, этот шлагбаум забрал с собой. Вот. Я выслушиваю оскорбления в свой адрес от этих сотрудников, от членов ГПК, выслушиваю угрозы, мне угрожали, что меня зарежут, что вывезут куда-то там, разотрут, расчленят и так далее. Мне это нахрен не надо. Вот такая вот ситуация. Хорошо, я поняла вас, все записала. Я отправляю, ну вы же понимаете сейчас, что я как оператор службы 112, я отправляю это в полицию. А я, вот, я фиксирую наши разговоры и потом буду выкладывать это на YouTube. То есть я тоже говорю о том, что я со своей стороны могу это только зафиксировать и выложить. Для того, чтобы люди, для того, чтобы граждане нашей страны это могли видеть, что за наше правосудие, как работают сотрудники полиции, прокуратуры. Вот таким образом. Ну посмотрим, не будут направлять, но будем дальше что-то делать. Не хотелось бы, чтобы у нас все закончилось, как это в Сочи закончилось, судебными приставами, понимаете? То есть нас же к этому ведут, что мы что-то должны делать же, да? Я ж не могу голодать, я должен работать, у меня есть дети, у меня есть ответственность перед сотрудниками. Мы работаем, мы официально платим налоги. Тем более у налоговой к нам нет никаких вопросов, претензий, нас проверяли. Все законно, все официально. Да, я поняла вас. Я поняла вас, я все записала.
я передаю. Да, я надеюсь, что в ближайшее время кто-то из службы собственной безопасности Министерства России со мной свяжется для уточнения информации, для я готов предоставить видео, аудио, материалы по вот этой ситуации. Кстати, они опубликованы, можете записать, вот дописать сразу сотрудники, которые будут знакомиться. Интернет-ресурс на YouTube называется «Беззаконие в законе». То есть вот сотрудники сразу набирают, гуглят, смотрят, и там вот эти материалы частично, ну как частично, 80% опубликованы уже. Я поняла вас. Все принято. Благодарю. До свидания. А вокруг, как на парад, вся страна шагает в ад широкой поступью. Родина моя, сошла на свой.